Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Flip 4. И сейчас я покажу вам, как сделать, точнее, как перейти в безопасный режим на данном устройстве. Итак, для этого мы нажимаем на кнопочку питания, далее зажимаем выключение и нажимаем на безопасный режим. И ждем. Теперь мы видим, что в левом нижнем углу у нас написано «Безопасный режим». Это означает, что мы в нем. Вот. Некоторые приложения нам могут стать недоступны. И теперь, чтобы выйти из безопасного режима, нам нужно перезагрузить телефон. Для этого мы нажимаем также на кнопочку питания и нажимаем «Перезагрузить». И таким образом мы вышли из безопасного режима. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.